Вот у меня в прошлом году в 10 Б школу закончил. Димка Григорьев. Димка Григорьев. Вы представляете, пригласили, ко мне на вечер приходит. И говорит мне, Ирина Георгиевна, я больше вас в два раза получаю, от самого винищем несет от чертенка. Я ему говорю, ну разве можно в школу-то пьяным приходить? Он говорит, мне все можно, я гегемон, вот вам и смелый. Я бы такого гегемона за чуб оттаскал. Трянь какая. За чуб таскать старорежимно. А вот с работы гнать за пьянство давно пора. Пока не поздно. Попробуйте выгнать. Мастера с директором по инстанциям затаскают. Воспитывать надо. А как алкаша воспитаешь? Я до сих пор в толк не могу взять. И ни один директор завода в толк не может взять. Почему пьяницу лентяю выгнать нельзя? А его зарплату передают другим членам бригады.